Италия вновь пытается докричаться до европейских структур и обратить их внимание на катастрофическую ситуацию с мигрантами в все больших количествах, прибывающих на Апеннины. За последние 5 дней на итальянский берег высадились 10 тысяч человек, и новые лодки с беженцами направляются к Европе практически 24 часа в сутки. Наконец, пришедшая в Средиземноморье теплая погода этому только способствует. Мы в Италии готовы отстаивать точку зрения, что это не просто итальянская проблема. Мы четко заявляем, что такого рода чрезвычайными ситуациями необходимо заниматься на общеевропейском уровне, а не на уровне одной лишь страны. Итальянские власти говорят об этом как минимум в течение последнего года, в то время как представители гуманитарных организаций и международные чиновники от благотворительности призывают итальянцев эффективнее спасать беженцев, плывущих к Европе на своих ветхих судах. Происходящее лишь демонстрирует, как важно разработать надежный механизм спасения людей на море в Центральном Средиземноморье. Поводом для новых дебатов о судьбе беженцев стала гибель 400 ливийцев, пытавшихся добраться в Европу через итальянские острова. Спасти удалось 144 человека. Тем временем власти Ливии на своей территории арестовали 260 человек, только собиравшихся отправиться в нелегальный вояж к европейскому берегу.